доброе утро, страна! Наша программа продолжается. И сейчас пришла пора очень приятной ее части. Наши все постоянные телезрители уже в курсе. Итак, мы разыгрываем призы. Как всегда, раз в неделю проводится розыгрыш, а каждый день мы напоминаем, какие именно призы вы можете выиграть и как вы можете это сделать. А именно, прислать смс-сообщение на номер 060-55-3434, всего лишь слово «утро» и номер вашего мобильного мы потом будем записывать на специальной бумаге и разыгрывать в конце этой недели. Итак, друзья, лот номер раз, собственно говоря, из пяти наименований. Это полугодичная подписка на журнал «Просто и вкусно», июньский номер кулинарного журнала и чашка с логотипом издания. Кого интересует, пожалуйста, активно отправляйте смс-сообщение к нам. Далее у нас идет замечательнейшая подушка Dormeo Merino. Она сделана из натуральной 100% овечьей шерсти породы меринос. Это удивительно мягкая, комфортная, нежная подушка, которая оказывает необходимую поддержку голове и шейным позвонкам. И она обладает малым диаметром и очень удобна в использовании, еще и двусторонняя. То есть, с одной стороны, это 100% шерсть, с другой стороны, хлопок. Спите на той стороне, на которой вам хочется. Уважаемые домохозяйки и хозяева, если у вас есть желание нормализовать свой обмен веществ, вашему вниманию биологически активная добавка под названием Herbalife. Имеется также такая интересная фляжка для потребления продукта на природе, в спортивном режиме, при тренировках. В общем, выбирать только вам. Далее у нас следует корзина от Tescom. Это замечательная практичная корзина с практичным карманом, застежкой молнии и карабином. Она легко складывается и раскладывается, сохраняет форму в сложном виде и прекрасно подходит для покупок, пикника, похода на пляж и многого-многого другого. Освободить, пожалуйста, место в своем холодильнике, уважаемый победитель съестного комплекта от компании Лиада. Несколько видов майонеза, кетчуп, томат, паста и горчица. Друзья мои, приходите и забирайте. Но главное, заранее отправить смс-послание к нам 060-55-34-34 со словом «утро». Мы же каждую пятницу подведем итоги.